НПО «Сели за парты». Летнюю школу для данного сектора организовал благотворительный приют для детей дошкольного возраста «Умай». В центре внимания вопрос развития гражданского общества после пандемии. На занятиях летней школы НПО делятся своим опытом работы. Тренеры и эксперты рассказывают о путях взаимодействия НПО и бизнеса, участии в специальных социальных программах, применении международной практики. Среди актуальных – развитие НПО на селе. Большинство неправительственных организаций сосредоточено в областном центре. В результате социально значимые проекты в наших аулах реализуют коллеги из других областей. Между тем, местные НПО имеют необходимый потенциал для выполнения этой работы. Пандемия внесла некоторые коррективы, и каждое общественное объединение сейчас думает над тем, в каком направлении теперь работать. Очень много грантов выделяется на реализацию экологических проектов на Арале. И здесь встает вопрос привлечения НПО области к этой работе, активизации сектора НПО в сельской местности. Я сама работаю с детьми-инвалидами, и меня интересует, как будет вестись инклюзивное образование после пандемии. Какие есть предложения у представителей НПО по дальнейшему развитию этого направления. Такие встречи необходимы, чтобы определить дальнейший курс работы неправительственных организаций области.